Сегодня тоже не совсем тематическое видео, а скорее о насущном. Ну, может, кто помнит те далекие времена, когда начали появляться так называемые сетевые фильтры. Ну, когда стало появляться большое количество устройств, требующих отдельную розетку, и тройников стало мало. Вот, кажется, с USB происходит сейчас нечто похожее. Ну, вот, появляются такие вот зарядки с некоторым количеством USB. Но только качество их, ну, вот этой вот зарядки рванул кондёр. Вот этот по питанию. Да и греется она как чайник. Эта зарядка, конечно, немного получше. Ну, больше 2 ампера она выдать не способна. Хотя здесь заявляют 3 ампера. Здесь все порты параллелены. Короче говоря, мне нужна куча USB портов, каждый из которых может дать хотя бы пару ампер. Ну, хотя бы полтора. Как бы много чего приходится заряжать. И вот эти вот задачами не справляются. Ну и вот... Думаю, взять пару таких вот DC-преобразователей на 5 ампер. Опять же, USB разъемов и соединить все это дело на макетке. Ну, а питание для этого взять от какой-нибудь зарядки от ноутбука. Ну, да, только макеток, наверное, понадобится 2. Да, есть еще такие вот готовые в Китае продаются. Но здесь DC-преобразователь стоит 2-амперный. Это тот самый популярный, который MP1583. Ну, то есть стандартная 2-амперная зарядка. Либо на вот таких вот 3-амперных преобразователей их можно будет ставить вертикально. Чего. У меня их таких только 2. Ну, ладно, в общем, сейчас что-нибудь буду думать. Да, макеток явно нужно будет несколько, делать из них бутерброд. Потому что здесь вот помещается как раз-таки 6 USB-шек. И еще нужно будет куда-то ставить DC преобразователя. В принципе, можно, наверное, даже и одним обойтись. 5 ампер, ну, 4 это на 2 порта. Да нет, 2 надо. Решил я тут немного переиграть и сделать 2 вот такие вот платки. То есть здесь будет DC-преобразователь, а здесь будет 3 порта USB-шных. То есть как раз-таки для 5-амперного этого DC-DC будет самый раз. Да, единственное, что вот эти вот штырьки, которые стандартные, этот гребенок, они в таком положении немного не достают до этого самого. Ну, в общем, коротковатые они здесь немножко, но запаять можно будет нормально. Что будет 2 такие вот платки. Потом, не знаю, их соединить вместе, либо разбросать по разным сторонам. Ну, в общем, такая вот конструкция, мне кажется, более удачной. Вот практически собранная одна половинка. Ну, по крайней мере, уже работает. И нужно вообще понять, а есть ли смысл делать второй этаж. Потому что это уже практически готовое устройство. Осталось только как-то загерметизировать это эбоксидкой, чтобы случайно не коротнуло нигде. И все, работает. Ну, с другой стороны, 3 USB все-таки маловато сейчас. Так, и какой стороной его вставлять, и вообще стоит ли? Как крепить, опять же, здесь отверстий практически не осталось, что можно было сделать на таких вот разъемчиках. Да и с другой стороны, они по высоте тоже короткие. Вот и вторая половинка готова. Осталось теперь все дело соединить вместе. Да, клемник будет сверху, потому что я попутал местами провода эти. В смысле, припаял здесь сверху, надо было их здесь снизу паять. В принципе, какая разница, сверху он будет или снизу. Вот, вроде село, сейчас осталось только это запаять и укрепить эти, закрепить 2 эти платы вместе. И будет то, что надо. Ну и вот, сцепил я их вместе, просто запаяв через отверстие этот кабель. Это жило от обычного медного кабеля в ВВГшке. Причем здесь вот на одной макетке внутри отверстия есть металлизация, а вот в нижней нет, поэтому... Здесь вот запаялось нормально внутри, а здесь вот пришлось как-то вот сбоку подпаиваться, либо вот между плат, как вот здесь. В общем, держится это все довольно прочно. То есть ничего не болтается, все тут прилично. Ну и питающие линии, они вот они. Здесь вот запаяно сверху просто. В общем, ничего особо тут сложного нет. Где тут кусачки-то мои? Подкусывать лишнее нужно. Ну, я думаю, сейчас проверить и залить вот эту вот нижнюю часть эбоксидкой. Ну, и тоже тут вверх как-то, чтобы они получше зафиксировались, сами разъемчики USB-шные, потому что они тут держатся, по сути, на этих штырьках, и это не очень надежно. Надо как-то это будет доработать немножко. Но в целом ничего тут особо такого сложного и нету, чтобы... Стоило про это рассказывать, конечно же. То есть DC-преобразователь, с него 5 вольт подается на эти вот USB-шки.
Здесь такой вот разъемчик, куда будет подводиться 12 вольт. Полярность обозначена на самом DC-преобразователе. Вот так вот подводится с боковых этих контактов. Ладно, что. Проверяем, разводим их бокситку. Да, и сейчас вот запаял еще одну стойку сюда, вот так вот, прям под разъем. Ну ладно, я думаю, первый запуск можно сделать и от лабораторника. Так, минус здесь. Можно сюда, в принципе, прицепиться. Плюс сюда. Да. Блочок же включить тоже надо. Так, ну, светодиоды загорелись. Уже хороший знак. Так, а можно как-нибудь... Так, отнем сюда USB-тестер. Да, и на выходе 5 вольт ровно практически. А с другой стороны... Ну и с другой стороны аналогично, чуть больше. Соответственно, здесь тоже. И тут тоже. Ну, все работает, можно сейчас разводить тогда бокситку и заливать ее местами. Чтобы это все дело зафиксировать, потому что вот эти болтающиеся USB мне не очень нравятся. И вот что в итоге. Разъемчики все зафиксированы. Какие-то отдельные части, эти, теоретически что-то может коротнуть, залиты клеем. Ну, можно даже, наверное, что-то сюда воткнуть. И даже что-то поставить на зарядку. А, уже отфиксировался. Ну вот, пожалуйста, 2 ампера в нагрузку. Причем еще, с другой стороны, еще одна плата, которая тоже может отдать спокойно 2 ампера в нагрузку. И не только 2. Да, я понимаю, что есть и готовые решения, и много чего еще. Но, опять же, играть в лотерею с такими вот китайскими зарядками. Ну, хорошие стоят дорого, другие будут ничем не лучше вот этих вот. А заряжать нужно сейчас и много чего. Что ж, на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Пока.